Посылки из Китая стали идти до Тюмени дольше месяца. Продавцы на eBay начали массово психовать и просить, чтобы я не открывал кейсы. Зная нашу почту и новые инструкции таможни, прошу всех быть более терпеливыми, иначе даже китайцы перестанут нам слать нужные вещи, которых нет в России и даже по планам импортозамещения никогда не будет у нас. Второе. Посылки из Китая в массовом порядке идут через столицу Эстонии Таллин. Вопрос: почему?